Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 12-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске вынес папку из леса, но сдал ее лыжнику, закрыв квест своего рода саботаж, провалив квест терапевта планы снабжения. Затем на таможне вынес папку 2031 для прапора по квесту компромат и в подземках резерва выполнил квест прапора бункер, часть 1, обнаружив комнату командования. Выпуск поддержали финансово Кристин Эсти, Марла Миннис, Шейкер Беларусь, Данте, Эдмунд Ячковский, Скептик и Мистер Алекс. Огромное спасибо, господа и дамы, что не даете пойти ко дну. Будьте здоровы. Привет Белоруссии, привет Литве, привет Ростову-на-Дону. Всем приятного просмотра. В санузле у нас сегодня сварился рожок третий для квеста. Прапорщика, рожки для мороженого. Ну вот, что может быть приятнее, чем начать день с выполнения квеста, да? Да еще и для прапора. Красота. Почтальон Печкин, часть первая. По этому квесту нам нужно пойти на завод, забрать письмо на теле посыльного на заводе, и затем передать его терапевту таким образом за одно действие, точнее за одно письмо, которое получится вынести с завода. Мы закроем почтальон Печкин, часть вторая, часть первая. На заводе все больше и больше квестов, и уже пора бы идти по-хорошему на завод, но у меня для лыжника надо бы закрыть квест, что на флешке. Надо эту флешку проклятую все-таки найти. Значит, за дикого бедолагу пойдем на резерв. И, наверное, посреди ночи пойдем. Я не знаю, там днем есть смысл или нет лазить, но ночью народу должно быть однозначно меньше, я так думаю. На резерве куча целая картотек. Будем делать ставку на картотеки. Ого, целых 20 минут, ё-моё. Темно, как у... дома. Опачки. А, да это, наверное, обычные дикие. Ничего, он как маяк стоит, там фонариком крутит туда-сюда. Я пойду тогда в черного коня. Туда-сюда. Надеюсь, не свита какая-нибудь. А то они меня вряд ли пожалеют. Проглотят и не подавятся. А что у нас там? АЗС, офис, заводская. Нормально. Квестовый ключик, который я покупал в прошлом выпуске. Здесь очень много картотек. Если они не тронуты, то я думаю, что поживиться найдем чем. А нет, тут все вскрыто. К сожалению. А, с верхних, что ли? Начнем. Бухгалтерия. Самая вкусная по картотекам. Вон сколько их тут. Поехали. Блин, печально. Даже не печально, а грустно как-то. Дальше. Пустовато, однако. А я, по-моему, даже слышал, как кто-то щелкнул этот пистолет, вызвав аирдроп. Ну, компы вроде как не тронуты, но толку с этого немного. Excuse me.
со страху жахнул. А там свой, по-моему. Хорошо шутиться косой. Иногда. Опа, очки. 315-е. Аж дух захватывает, когда вот такой формы ключ находишь. А вдруг меченка? Ну, хотя бы, может быть, на продажу что-то какого-то хлама насобираем, да, если выйти получится. Хотя, с другой стороны, что отчаиваться-то? Блин, ПНВ хоть куда-нибудь бы присобачил его себе. Ну давай все-таки поглядим картотеки и здесь. Надежда, как говорится, умирает последней. Опа, очки 204. Понятно. Ну, пойдем дальше. Белый конь. Не свита случайно крутится тут. Непонятно. Опа, здесь уже... Посмотрели, пацаны. Ладно. Ловить тут, очевидно, нечего. Где у нас выход находится? Забор у КПП. О, это нам подходит. Мы туда пойдем, пожалуй, в последнюю очередь. Что-то такое ощущение, что разницы нет, когда тут ходить. Тут что днем, что ночью выгребли все. Ну, давай. Лампы мне не нужны уже. Я же ими закупился. Подожди, или вверху тоже там, кажется, были картотеки. Ой, елки-палки.
Блин, хоть бы одну флешку, ёпарасоте, найти. Чё за трудности начались с этими флешками? В жизни такого не было. Орол. Заберем. Газоанализатор. Картотеки. Свеча забрал бы. Повторим, пару свеч хотя бы вынесем, да? Если выйдем. Понятно. Так, тут что у нас бывает что-нибудь, не? По-моему. Не видно нифига. А, ладно. Пойдем на КПП тогда внизу посмотрим, что там у нас по картотекам. Давай, родненькая, на тебя вся ставка. Покажи, что у тебя тут есть красивого. Флешку. Сас. Флешку, флешку. Но я хочу флешку. $220. Блин. Ну так нечестно. Ну пойдем наверх тогда посмотрим. Маленький шанс, но есть там наверху еще посмотреть. Найти точнее. Там есть пару сейфов. Ядреного ж, я вообще ничего не вижу. Прям ноль. Видимость нулевая практически. Идем по приборам. Здравствуйте. Инструменты что ли наверху лежат? Опачки. 308. Флешка. Арр. А это бумаги просто какие-то. Текстурки. Тарков, ты не можешь так жестоко ко мне относиться? Я же тебя люблю. Спасибо. Я не это имел в виду, конечно. Флешку дай. По-братски. SSD. Так, с Магнум что-то там непонятно вообще, продаются они за что-то там или нет. Но у меня есть ключи тут непутевые кое-какие. 308, например. 1000 рублей, может, стоит от силы. Ну... Пойдет, пойдет военная плата. Ой, мамочки. А!
Ой, мамочки, так и знал. Так и знал. И таблетки нет никакой. Но ядрить колотить. Пиздец! Нога, блядь! Ногу ломанул! Пиздец! Нога, блядь! Че, все, больше других нет фразочек? Нету, получается. Ногу ломанул! Терпи. Че теперь сделаешь? Такой вот у тебя оператор непутевый. С камней упал. Ногу ломанул! Ну, я возле выхода, так что. Хоть голова на месте, и то ладно. Ну чё, неплохо. Хотя бы по другим квестам немножко, да, насобирал там. Те же свечи. Хотя они и так не очень-то и редко попадаются. Ладно, пойдет. Разминочный же был. Зато по автарему, смотри, мы принесли все недостающие свечи зажигания. Остается только два аккумулятора и передать, и мы сможем закрыть этот квест. Пошли тогда на завод. Если по пути будет панель, отремонтируем. Если нет, то письмо заберем просто и свалим оттуда. А, мне ключ от завода нужен будет. Ключ от выхода с завода хочу прикупить. Мне этот ключ нужен будет, чтобы была альтернатива выхода, а не только на бесплатном где-то там выходить, где часто сидят, просто пасут этот выход. Блин, а куда мне его положить? Офигеть, мне инструменты по-любому продаются тут. Так вести. Хотя ладно, чё мне инструменты сейчас можно будет купить так-то по большому счету. Давай тогда два комплекта что ли возьмем инструментов, ключ от завода возьмем, вот это возьмем, да и все. Погнали, попробуем отремонтировать обе панели и попробуем вынести письмо по почтальону Печкину первой и второй части. Но не дается мне, в общем, эта флешка, я не знаю, как ее искать уже за дикаря. Это надо прям упариваться и фигачить, и фигачить. Угу. До панели далековато. До письма рукой подать вообще. Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Вон оно пыль. Это вообще земляки. Вон он, сука. Вот и письмо. Ебашину кипарика! Угу. Чё, я давай сразу сюда и выскочу. Да ты ебал, понял. Я так и думал, что там стоит хмырь какой-то. Так, а как бы мне выйти, чтобы... И надо было дверь закрыть. Ну ладно. Болтовщики мутят квесты тоже. 1,5 минуты статус выжил. Но за счет того, что там какая-то неисследованная территория была, поэтому мне опыта отвалили столько. Передаем письмо по квесту почтальон Печкин, часть 2, терапевту. И возвращаемся к прапору и закрываем почтальон Печкин, часть 1. Теперь прапор у нас 2 уровня лояльности. Растем потихоньку. Выдает прапор квест «Тряхнуть кассира», по этому квесту надо в 203-ю комнату общаги залететь, забрать кейс, вынести с локации. Ну, пойдем еще раз на завод сходим за ЧВК, попробуем починить эти две панели. Если все пройдет гладко, можно будет потом на бережок сходить за флешками. Где я? А. Все, понял. Мне не дадут починить, короче, я понял.
Так. Вот так. Пока лутаться, пришиваться не буду. Надо сначала починить все это дело. Вот так вот. Блин, таблетки быстро кончаются. Да это я тут хожу. Служивый! Не надо вот этого, не надо. Да ты чё там? Хорош. Я должен успеть. Тот там бежит, но мне надо успеть починить. Я успеваю, да? Успеваю. Нормально. Быстро! Блин, он сюда прется, что ли? Пиздюк! Давай, давай, давай! Так. Кто-то там ходит, недобрый такой. Нет, не он. Другой. Не тот, другой. Тот, что не первый. Давай, мочи! Нехороший вы, блядь, человек. Ах ты, ебагло! Он причем... Да, фигачит какой-то ЧВК там. Диких разматывает, будь здоров. Все, я подлечился. Получается. А это ЮСЕК, да? Он мне не нужен будет, наверное. А вот этот бир, мне нужен будет бировский жетон. А он его уже скоммуниздил. Хорош. А, вот он, бировский жетон. Спасибо, бро. Куда-нибудь сюда. Так, что теперь мы можем позволить себе сделать здесь на заводе? Пойти туда внутрь, что ли? Или выйти просто? А, слушай. Давай я просто выйду, наверное, квест закрою. Потому что там... Выжить-выйти с локации есть под задача. Тем более, что я возле выхода. Пойдем просто покинем локацию, да и вся любовь. Неплохо. Садоводство, часть первая, можем закрывать. С боем пробились к этим панелям и починили их. Все здорово. Садоводство, часть вторая. Здесь мне необходимо силовые кабели. Две штуки, четыре тройника и две печатные платы. У меня их нету, оказывается. Да ладно. Угадайте с трех раз, за кого будет следующий рейд, на какую локацию и зачем мы пойдем. Все правильно. Мы пойдем за Дикого, пойдем на развязку и пойдем, пожалуй... Нет, вечером это, по-моему, бесполезная трата. Давай с утра в 9, что ли, пойдем попробуем, сходим. Главное, чтобы времени достаточно было, чтобы найти эти платы. Если останется время, еще и сходим тушенку, посмотрим и аккумулятор. О, нормально.
Это хороший спаун. Это не то, что было вчера, да? Когда не вчера, позавчера. Высадился на карту и... Не успел даже до торгового центра добежать, уже получил пулю в грудь. Нам нужна обычная тушенка вот такого плана. Так, высокая нам уже не нужна. Так, это не то. Вот, по-моему, тушняк, да? Горбуха. Чё тушняк? Горбуха. Горбуха? Тушняк. Надо говорить горбуха, тогда получается тушняк. Горбуха. 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 Высокие тушенки. Смотри, я за ними 3 дня ходил. Не попадались. Горбуха. Горбуха. Вот тушенка точно. Чё ты устал тут? По рядочкам пробежался. Ты с моей женой еще по магазинам не ходил. Это на продажу зацепим. Так. Понятно все. По этой ситуевине. В итоге у нас 3 тушенки имеется. Это уже нормально. Ключ от операционной. Что это такое? Оборудование для трансляции, находящееся где-то на территории водочистных сооружений. От маяка ключ получается. Автомобиля, говорит, даже не знает какого. А вот это вот у нас есть. Это хорошо. Тушенка. Так, по времени. 18 минут. Пойдем сюда в офис. В компах поглядим. Сразу печатную плату. В офис Гашана. Заходим. Здравствуйте. Нам печатную плату, пожалуйста, 2. Ну, радует то, что хотя бы выглядит это все не лутано. Какие-то ЦПУ, что-то находится там. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. А вдруг это ЧВК бежит на выход? Вон это нормально будет, нормально. Ладно, пойдем в ту сторону тогда, в сторону Оли. Быстро смотрим. Эти самые... Самые эти... Я тут пару раз уже было, что я тут биткоины проэтовал. Внимательно осматривайте. Не будьте как Диса. Осматривайте внимательно. Пусто. Понятно. Эй, не то даванул, мискузи. Можно вот это вот обновить. И вот это обновить. А что там у нас? О, ништяк, он полный. Чик. Все, пошли в офисы. Самый обычный день офисного работника. Берешь пистолет с глушителем.
Едешь общаться с коллегами. Офисные работники, наверное, прочувствуют это. А чё по печатным платам? Мы же так не договаривались. Нет компьютера никакого. Винстон мне не нужны, мне Lucky Strike нужны сигареты. Я вчера или позавчера проверял, что там у меня по сишкам. Только Lucky Strike нужны. Не нашел, но ничего. Еще не вечер. Что не ясно, ничего. Сейчас мы тут в офисе Холли пошаримся. Пацаны, я свой. Пойдем, наверное, оттуда, с той стороны, потому что я выходить буду в той стороне. Значит, с той стороны, прям с офисов, там поболее компьютеров, там посмотрим. Во. Эй, не то. А блок питания брать не буду. Здесь еще информационку. Одним глазком. Что-то интересно, вообще диких не вижу, не слышу. Одного только услышал где-то там. И все. Ты, да ну это несерьезно. Где мои две печатные платы, Тарков? Ну чего ты? Ну чего ты, чего? Давай мои две печатные платы, да я пошел. Не то. Другое надо нам, другое. Во! Красавчик. Так. Есть одна плата. Так. Не то. Вообще пусто. Тушенка? Вы хорош. Сюда ее. Так, тут у нас еще есть комната хорошая. Надо поторопиться, а то времечко поджимает. Пусто. Процессор. Автомат нашел. Нормас. По половине маловато, конечно. Но припугнуть хватит, я думаю. Бам, кулер. Все? А, вот еще компостер. Ничего нет. Ладушки. Не нашел, получается. Но там, я знаю, еще есть, короче, офисы. Я, наверное, в ту сторону двигану. У нас же главная задача все-таки
Эти самые найти. Эти самые и будем искать. Давай уже, Тарков. Чё, тебе жалко плату одну, что ли? Сколько у тебя их тут на локации? Я от аккумулятора не откажусь, кстати. Пока у меня рюкзачок есть. Ой, спасибо, я тебя обожаю. Ты просто лучшая игра в мире. Есть аккумулятор, парни. А чё выкинуть? Жалко прицел выкидывать. Вот он симпатичный. Все, еще. Одну плату. О, это свет дали, что ли? Или кто-то питание подал на ТЭЦ. Еще пару компостеров. Блин, красный таймер. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ладно, кулеры мне по квесту нужны будут. Деньги-то мы всегда успеем заработать, я думаю. И не только по квесту, они там мне нужны будут еще и для убежища. Блин. Тут как раз кто-то компьютеры и лутал, видимо. Открыто. Печально. Компьютеры вскрыты. А может, ему не нужна плата, слушай? Хотя навряд ли, я раз дикий лутался. Все вымел. А вот тут друган мой бывал точно. Он все залутал тут. А как они называются? Блин, ладно, фиг с ним. Не нашел я одну плату, ядрёна вошь. Грустно. Есть маленький шанс, что я смогу ее найти сейчас либо в сумке здесь, либо там в тайниках. Там два тайника есть, если они не лутанные. Можно рассчитывать на то, что там есть плата. И плата, вот она. И плата. Не угадал. Упс. Тупик. Будет весело, если меня шлепнут на выходе сейчас. Это будет колоссальный рейд. Это... Ля-ля. Вроде не открыт. Понятно.
Блин, не получилось одно, черт бы я побрал плату найти. Серьезно, столько компьютеров и ни одной, одна только всего лишь плата? Это прям... Печально, вон бежит товарищ. Товарищ! Отдай мою плату, вот он стараканил, скорее всего, мою плату. Все вскрыли жулики, а? Ну, тут, чтоб не вскрыт был тайник, это редкость. Ладно, что, идем так. Где-то потом по пути найдем, наверное, плату, а может и не найдем. Можно будет на берег сходить, поискать там плату. Там пару-тройку компьютеров будет. Там, где их не ищешь, они обязательно попадутся под руку. Не раз уж такое было, да? Может быть, мы не нашли предметы по одному какому-то квесту полностью, но зато мы отдельно по другим квестам 4 тушенки нашел, плату нашел, аккумулятор нашел автомобильный. Что, плохо, что ли? Нет, конечно. Значит, по квесту Сельпо передаю 4 банки тушенки, ни много ни мало, и остается всего лишь 3 найти. Вот так вот попутно мы Сельпо и закроем, походу. По второму принес один автоаккумулятор, остается последний аккум. И для механика только одну печатную плату нашел. Тоже остается одна плата. На сегодня у меня все, всем спасибо за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, пальцы вверх и добрые отзывы. Отличного настроения, приятной игры всем. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.